И привет всем, как всегда, с вами я, Искра. Сегодня тоже будет разговорное видео. Не знаю, кто-нибудь вообще задавался вопросом? Почему я больше не снимаю рубрику подвал призраков или типа того? Во-первых, из-за того, что не очень-то хайпит. Мне кажется, никто не задавался вопросом, хотим сказать, а нахрена я говорю. Нахрена я это все говорю? Просто? Просто. Ну ещё. В общем, у меня есть некоторые идеи, не знаю, что в игру, забыл, как называется эта игра. Mind Days 2, типа зомби. И конечно, эта игра, конечно, невероятно тяжелая. Просто нереально тяжелая. Еще у меня самая идея. Я, конечно, записал на этом стриме, конечно, Майнкрафт вылетел, потому что он летал так говно. Это такое говно, что не поддерживаешь даже Майнкрафт. Ведь не знаю, нахрена некоторые через это положение стримят. Просто действительно, не надо это делать, себя унижать. А, я сам стримил, но... Разработчики, не торгат, пожалуйста. Умоляю вас. Сделать так, чтобы было возможно играть в Майнкрафт. Чтобы можно было возможно стримить в Майнкрафт. Потому что он так дичайше лагает. Просто нереально лагает. Ну, блин, я хотел заметить, типа, города из... Я могу сказать, СССР. Я опирался на игру Mind Days, она крутая, разрабы прям взяли все вот эту все идеи сталкера, прям такое СССРское все, старое, короче. Мы сидели там всякие села, названия им давать всякие смешные, ну или не смешные. И главный поселок будет, блин, забыл. Какой-то, короче, что-то связано с моим именем канала. Искра и еще там что-то. Искранск. Забыл как. Короче, где самый главный город, там будет еще не маленькие города. Будет села. Будут всякие поселки, все село, деревни будут даже. Вода-то официальная, не знаю. Ну, блин, мне уже три плавят. Уже три своих проекта. Это там, где... Средневековье. Это ж какую дату сдать? Дать этому всему, даже не знаю, какую дату. Не знаю, дата, давайте так. Ну, в принципе, это легче будет, чем Средневековье там строить. Так что дата будет 2000... Не знаю, это уже 22-й за год, примерно, успею, наверное. Но, походу, снимать я не буду снимать, правильно. Потому что это невозможно. Все нереально сильно лагает. Я это как это сделала приложение, чтобы стримить Майнкрафт. Как возможно на таком приложении стримить? Она избивается от лагов. Просто залаганное приложение. Ну, я не залаганное. Если кто не знает, это игра... Let's Play, как там, позвонишь? На, выдавить там, блядь, потяжелее. Ну, как вот, всё, город, СССР. Я буду браться на Сталкер и Mind Days, я думаю, мы будем снимать. Кстати, почему нет этой музыки, которая была тогда? Потому что невозможно. Еще одно тупорылое приложение. Можно срубить свою музыку. А просто охреваю. Боже мой, столько... Как он в приложениях. А мы зеркали. Ещё Mind Days, потому что он там нереально играет. Игра очень интересная задумка. Но приходится, наверное, играть со взломом. Потому что взлом нереально. Там нереально тяжело. Дали хотя бы там выбор, легкость поставить. Вот сразу экстремально.
Опять стрим дается. Опять стрим дается. Это дай бог тяжело. Просто имел. Блин, не так должны видеть, что я дал запрос играть в хоррор игры. У нас так много идей есть.